Нет, револьвер. А. Печальный револьвер. А, 2,7 точность, 6,7 вернее. Ужасно. Можно перезаходить. Еще разочек зачистить все это. В надежде, что выпадет что-нибудь полезное. Хотя шансы этого мизерные. Можно фармить сундук тут на выходе. Окей. Это перезарядка 3 часа, не... Почему не X7? Это был бы идеальный экземпляр. Можно пробовать эту штуку. О, это лучше, чем то, что было. По-моему, дробашек чемпион по зачистке этих кусков сала. Он еще дамажит по 1000 сам. Уже дают по 1000 опыта, так что это последний раз. Нет смысла тут задерживаться долго.
Найс. О, огненный. Окей, окей. Как скажешь. Давай, что-нибудь веселенькое, ну конечно. Классика жанра, веселенькая. Пару бесполезных гранат. Два взрывных дробаша? Нет, даже один взрывной. Какая печальная игра. Лучше какой револьвер на них. Ну, по-моему, довольно неплохо. Вау, это очень неплохо. Вот это бурснул. Опасно, где ты делся? Что у него было? Обычный СМГ. Вот компы надо тут, конечно. Че такие? С обычными шмотками. Ваншотят на раз-два. Да, что еще может выпасть? Оранжевый дробашек. Это он неплохой. Вместо моего будет. Что же игра такая? Почему там не X2? Да почему там не X2? КД? Не успел. Как же она КДшится-то? Очень хорошо дробаши.
Это дымишь. Это дымишь. Особенно когда взрыв прокает. Еще и в голову рип. Опасно. Ау, че ты дымишь? Я не вижу этих шоковых скагов. Худшие. Еще бронированные. Уносит пол щита. За один бурст. За один свою новую. Хорошо, хорошо, это было неплохо. Небольшой кристалл. Небольшой кристалл, он всегда небольшой. Ну, не на меня. Хотя бы он стоит 120 тысяч. Плюс. Почему это Якобс? Почему он существует? Окей.
Был не на реген патронов? Нет. Можно пробить разок сундук наверху. Почему бы нет? Че там сказал? Конечно. Семьдесят на X2. Это хотя бы лучше, чем моя. Плюс перезарядка. И она хотя бы ровно стреляет. Да. Неужели? Ладно, уже пробежал полпути. Чего сворачивать сейчас? 3 за 7. Смотри, магазинчик, раз мы тут. Да, снайперка. Трешовая. Ничего? Что у нас осталось тут?
Скаги будут надоедливыми вначале, вроде бы. Если не ошибаюсь. О, Ваншин. Окей, это неплохой... Неплохой мод на кислоту. Почему нет? Какого они уровня? А, нет. Они вменяемые. Можно их натравить друг на друга. Еще немного джетскагов, чтобы они напрягали. Мой Марли и так хороши. Так, Монус огненный. Больно. Довольно больно кусают. Где? Мил, это был первый. Револьвера.
Нормальный револьвер. Ничего не знаю. Начинает уже напрягать, если честно. Игра, хоть что-нибудь дай мне полезное. О, игра, конечно, 800 экстрим, ага. Я знаю. Игра, ты убиваешь меня.
Ты игра. Прям классическая бурда здесь. РНЖ. В своем лучшем. Все. О, на втором прохождении немного сложнее, что ли? Я бы сказал. Ау. Не скучай. Alright, boys, take him out. Я в начале игры говорил, что взрывное оружие здесь так себе. Я беру свои слова обратно. Видимо, я просто не пользовался никогда взрывными дробашами оранжевыми в начале игры. Это просто удовольствие одно. Если бы у него была хоть перезарядка чуть меньше, вообще бы цены не было бы. Этот дробаш очень неплох. Куда иду? С квестами все сделано.
3. А, я не могу. Игра троллит сегодня, во все. Я люблю эти револьверы без шанса на элементальный эффект. Как я люблю их тут. Лучшие. А. Вау, прям вот так вот? Сходу сразу же к шоковому скафу 39 уровня? Ну ладно, ладно. Как скажешь. Игра. Это интересный был спаун. Интересный спаун. И опять? Теперь же дробаш не прокатит. А что, если мне не заспомнится огненный скаф в конце? Что вполне реально. Тоже у нас будет боссом. Похоже, мне везет. Да, мне повезло. Самый худший вариант это в конце раунда будет огненный скаг. И он довольно такой, да.
придется с ним побегать вокруг да около. Так, что у нас из квестов? Ничего у нас из квестов. Что происходит? Everything you've faced up until now has been simple. You're about to face a real challenge in Sledge. Do not underestimate him. Злой дядя Sledge. Ну, посмотрим, как это пойдет. Извиняюсь. 38-е. Довольно легко. Вот тут ребенок, тут дядя. Довольно сильный. 40-го уровня. С дробашом. Вау, сразу вот так вот бурст, мило. Довольно злые ребята. Есть трансфузия, лови. Вот везучий гад. Ну и ладно. Пожалуйста, должен быть хороший. Ракетный дробаш. Никогда особо им не пользовался. Но они есть, да, в игре. Тоже. Турель надоедает. Ох, это турель. Неплохой дэмэдж ты делаешь, дружок. Надо, как он разворачивается ко мне. Как будто знает, где я нахожусь. Пока я нахожусь в своей ульте. Супер интересно. Серьезно, я хожу с дробашом, и ни в одном ящике не было патронов на меня. Идиотическая оранжа. Иногда. Пф.
Я за всю игру ни одного не видел сундука белого, чтобы выпало что-то полезное. Чем они вообще в игре? Что напялил? Вообще-то это неплохой револьвер попал нам, кстати, в руки. Я даже не нужно пробовать. Мой револьвер может лучше, чем мой СМГ уже, возможно. Так что да. Шлакоблок. Бесконечный шлакоблок. Даже не знаю, не хочется даже идти на тот сундук, но я все-таки схожу все равно. На всякий случай. А вдруг оранжевая в белом сундуке? Да, конечно. Хорошая история. У кого-то этих ребят неплохая СМГшечка. Это же у этого автоматическая винтовка. Взрывная, что ли? Черта себе, он дает урон. Куда ты собрался? Да, взрывная. Сразу видно. Когда компо взрывное оружие, сразу можно. Смертный приговор подписан автоматически уже. Шоковое взрывное у компов, это читерство. На их стороне. Взрывные дробаши самые опасные. Ну вот эти вот маньяки тоже. Ваншотят с одного прокаста своего топора. Тоже мило. Get lost. Воу, я только думаю, уйду в фейзлок. Хорошо, на тот свет, видимо. Я скипаю все это дело, нет смысла вообще сражаться особо. Они все ниже моего уровня. В разы. Так что да. Там выпало что-то синенькое. А, хочу узнать, что это. Просто пистолет. А, этого был потенциал. Быть хорошей пушкой. Но не в этот раз.
Щит? Какой щит? Не вижу никакого щита. Скушай мой дробаш. На перезарядке, который находится. Да, это, по-моему, лучше, чем в прошлый раз у нас. Потому что у меня есть оранжевый дробашек. Стало чуть-чуть. Труп. Эти ребята достают вечно. Опять это шатрубаш. Где он там прятался? Был там наверху, не? Так, что бы дальше качнуть? Кулдаун на фейсболке. Опять снайперка без шанса на элементальный урон. Это игра. Пистолет без шанса. Опять снайперка без шанса. Я пока не буду продавать, потому что у меня нет альтернативы. Никакой. Наверное, выкуплю. Хотя, такая трешовая, а, даже не хочется. Так, нам нужно расчистить перделку. Что еще? Я уже не помню. Райфл. Это. Брюс Маклейн.
Найс. Можно заформить сундучару разочек.